Всем привет, ребят, с вами Tech Russian. Мы сегодня опять продолжаем играть в Amnesia Machine for Peace. Ура! Вот, это уже будет четвертая серия. И что ж, мы закончим на том, что мы должны сейчас спуститься в насосное отделение. Насосное. Я не знаю, как это назвать, но мы спускаемся все ниже и глубже. Полетаем. Оп. А? А? По ноликам. Насос сказал. Что-то мне особо не хочется идти, но делать. На работу. Иди в самую ужасную скалу. Стой, а ты заправил печи. Печи? Как говно вопрос. Чё за звуки? Давайте попробуем врубить печки. Я не знаю, что будет, если мы не все врубили. А, хрен. Да, хрен. Собственно, хрен. Ням. Падам. Поделать. Шо? Опасный ведь подпорожника машина выключена. Ага. Ули руки стали, ули руки молчат. Поршни не слышно, завод не работает. Боюсь, мне придется разворошить осина. И не то, чтобы открыть себе путь, но размер этих двигателей намекает на то, что лишь вершина айсберга, так что мой друг должен был прав, и большая часть этого завода находится под землей. Мы недалеко от Темзы, но удивительно, что наводнение здесь частая проблема. Опять что-то написал? Заправляем печки, загружаем. Чё это всё? Ещё. Больше. Так, ладно. Тут есть? Да, есть кусок. Кусок, 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 кусок. Ебать! Жесть, да ладно. Теперь что? Огонь не старый, горит ли огонь? А, если серебро будет тоже от фетр, что и на химическом заводе, я предполагаю, что поршнями управляет какая-то централизованная система от отличности, и я надеюсь, что дивертент покупает от того, как погасил пламя. Блядь, теперь свиная морда. Окей. Окей. Полный. Что тут что-то? На потолке вдоль этого участка ленты установили ряд собирающих газ во время оглушения кровосброса из пищеварительной системы. Продукт сейчас исходит из ламонной пары. Можно собрать густить и пустить
котел для питания твоего обработчика. Таким образом, чем больше мы перерабатываем продукты, тем больше копится энергия для машины, и производительность растет просто гениально, и появляется саморегулирование. Окей. Мы все запустили. О боже, 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 боже. Так, ладно. Пошла эта игра! Жопу! Ненавижу меня, блядь! Опять эта херня пробежала. Если она будет ловать дверь, я реально зарыдаю. Отвечает, первый так не пугался, ладно. Кто мужик? Я мужик, а? 1-4-8-8. Полки с сыром есть не бросим. Когда моргает фонарь, вот всегда, значит все. Жопа. Ладно. 1-4. Там вроде за компом. Охренеть. Ладно. 1-4-8-8. Сука. Фак. Ладно. Когда она... Пошла в жопу игра! Фу! Забиваю нахер на карьеру ютубщика, фу, блядь! Домой до этой истерики. Ебать. Извините. Когда мигает фонарь, на всю жопу. Фак. Да, значит монстр там. Так, ладно. Как можно его обойти? О, мое сердце, мое сердце! Пизда. Значит, эта тварь реагирует на свет. И фонарик понял, что не... Но это пизда страшная. То есть можно светом. Охренеть! Эта тварь страшнее всех брютов, блядь.
Хоть это и обычная слинка, как кажется. Да там она, там я уже понял. Все, все, я понял. Я понял, что в этой игре нельзя светить на монстров. Ни при каком, блядь, условии. Ни при каком странном... Фак! Хорошо, так. Значит, если там проход, то можно пройти в проход. Ох, ладно, ладно, ладно. Блять, эта тварь здесь! Она реально страшная. Фак, я сейчас сказал, нет, секунду. Фак. Теперь ее рассмотрим. Фак. Фак. Да блять, ничего ж мне так тянет, ладно. Спокойно. Ладно. Это просто жопа. Жопская жопа. Мы оттуда пришли, зашибись. Музыка. Ладно. Нет, вы уж извините, что ли? Так. Долго. Секунду. Секунду. Я пока посижу здесь. Пройдемте дальше, да? Ну конечно, блядь. Хуже тогда смотришь. Что никогда нельзя делать в низи? Блядь, как ты храшен, конечно же, светить на свинью. Свинью за свет! Какой же ты большой! А здесь, а как она бегает? Она меня не догонит. Фак! Гусь! Гусь, фак! Какой ты гусь? Ты свинья! Не упоюйся, злого! Прыжок. Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Человек, свинья. Не дай себе пожать! Нельзя нажать диски!
Пошли нахер. О. Все же, появился мне мрачный голос, вот пошли через тоннель и дальше я спешить пам-пам. Если дверь будет заперта, мне придется найти другой спуск. Ведь ему нельзя, но путь у меня один. Невзирая на звуки, на сопение, шагающие шаги позади меня, я одолею любую преграду там внизу и спасу их. Пошел нахер с этими детьми. На огромный, просто блаженный хуй, что это? Правоохранение учится их опасно, не оставить бега от пустого огня. Что ж, мы опустились под землю. Нет, еще нет. 30 апреля 1599 года. Ящик привезли сегодня утром, я приказал достать его прямо в цех. Тело хранилось, хотя от него не исходит легкий и тошнотливый запах сырости и гнили. Объект имеет гуманоидное очертание, отличается значительными изделениями света. То, что обмотан кожными ремнями. Он даже деформирован, свидетельствует о значительной мышечной массе. Трудно понять, подвергался ли несчастной варварской операции или был изродан от рождения. И кто-то пытался вернуть его скрюченному телу человеческий облик. Я не могу сказать, что он такой, но он издает шутимый запах сферы! Стоп, тут есть сходство. Продолжение. Сфера. Подозреваю, что его любопытное состояние приложил руку мой двоюродный дед. Значит, это возможно. Значит, мы можем превратить тело в инструмент скорости эволюции, упоминаем мистером Дарвином. Но здесь с двоюродным дедом расходимся. Он выбрал для эксперимента людей, но людьми сложно управлять, и они слишком сентиментальны. Нет, нужны новые рабы, преданные, умные, сильно легко насыщенные. Фу, если голос рва пошла, эта игра хуя. Что? Что? Я туда не пойду. Господи.
Это всего лишь вот это. Я еще тут не был. Вроде как. Да, я тут не был. Я не был вот тут, я не был тут, я не был вот тут, я не был тут, я не был вот тут и вот тут. Блять, мне придется много пережить. Странные амнезии с этими странными летсплеями. Ладно, признаюсь, первую амнезию я проходил год, потому что я тупо боялся. Но тут мне приходится. Каждый день. Как я ненавижу, когда мигает свет. Именно в этой игре. Вы не здесь съел-то что-то. Да, я на лифте приехал. Нет, не моргай, нет. Фак. Фак! Вышибу тапик, но живой. Мне удалось выжить после всех страданий диверсанта. А, стараний диверсанта. Мы с ним приступились в смертельной схватке. Нам надо руководить желание найти свою семью, так что я выйду победителем. Прогнали безумно, не думаю о том, какие ужасные деньги совершили здесь, на нибудь пробовать, для чего-то освободи своих детей. Пошел нахер, что это? Сука. Не знаю, кто ты, но ты такой мудак. Чтобы ускорить ассимиляцию ткани, необходимо особое средство, без нее возникает межклеточный связь, избавиться от объекта этой связи нужно медленно с помощью огня. В противном случае мы рискуем получить непрекращающую бесформенную жизнь. Это неприятно. Да ладно. Нам подает обычное связь одной части живого настроя брейнгурса, одной части клеток. Точной жидкости органа для органа с большой буквы. Странно. Нажать сведения можно свидеть внутренне после переформирования. Тесно нестабильно и сильно реагирует на свет. После введения ее можно активировать обучать тело лампы Шумана. До введения смещения вращения ветки может даже уничтожить небольшое количество металла. Да, тут нехорошо, тут нехорошо. Ой, мальчика, у меня лампа. Ой, ой, как классно лампа. Слава богу. Вход для технического персонала, наверняка есть другой вход в обход запертый ворот. Кажется, у меня есть выбор подхода. Замок ставлю на крепкое после того падения. Мне не хватает, чтобы скрыть его. Наверное, мне придется поискать другой путь. Конечно! Давай поищем другой путь, блядь. Мне кажется, если ты такое увидел, конечно, у тебя нет сил, блядь. Но, наверное, тебе эта херня съест, если... Сколько им? Маленькая пирамидка. Единственное, что мне нравится, нет. Нельзя заправлять фонарь, нету рассудка, нету жизни, ну... Ну, не, ну... Не знаю. Но тут... Да, тут что... Центрифуга. О, это какая странная форма мешала для химических веществ, и от нее не одна ночь пахнет теми же самыми годами, что я встречал раньше. Это какое-то черт летучее химическое вещество, тащит двух сложных компонентов, я могу подпоить, что ну где-то их просто. Летучее вещество поблизости. Ага. Так, температурное хранение. Загон. Низкотемпературное хранение. Загон. Низкотемпературное хранение. Загон. Загон на свиньи. Низкотемпературное хранение. Низко.
несколько температурной свиньи. И центрифуга. Мое решение? Ладно, на сегодня все. Вот. До скорых встреч, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Вот, скоро очередная серия Амнезии. Но звук приближается, чувствую, нужно скорее уже выключить Амнезию. Что ж, и до скорых встреч!